На стадионе «Северный» в этом году проходят матчи чемпионата России по американскому футболу. В дивизионе «Волга» там представлены сразу две нижегородские команды – «Бронкос НН» и «Рейдерс 52». «Бронкос» стартовал еще в начале мая победы над ярославским «Ребелс» 14-7. А вот в одной из самых ожидаемых встреч сезона между «Рейдерс 52» и московскими «Патриотами» произошла осечка. Нижегородцам не помогла ни активная группа поддержки, ни новая желто-черная форма. Хотя начало селило надежду в сердца немногочисленных болельщиков-захватчиков. Первый же проход хозяев площадки отменили судьи за нарушение правил. В итоге нижегородцы уступили многократным чемпионам страны. Но, как говорится, лиха беда начала. На плей-офф мы обязательно рассчитываем. Тем более у нас три команды из нашей группы выходят в плей-офф. Будем бороться обязательно как минимум за третье место. Сегодня начинаем сезон сразу, как говорится, с корабля на бал. У нас команда, десятикратные чемпионы России, московские патриоты приезжают. Будет тяжело, но постараемся сделать все возможное, чтобы им не показалась игра легкой прогулкой. Уже 31 мая всем болельщикам американского футбола представится прекрасная возможность поболеть сразу за две нижегородские команды. «Рейдерс 52» встретится с «Бронкос НН». Волжское дерби будет не иначе. Григорий Ожигин, Михаил Городников, Алексей Калякин. Объективно, спорт, ННТВ.